Три недели остается до старта 15-х меридианов Тихого. Сегодня прошла пресс-конференция, на которой дирекция Международного кинофестиваля раскрыла некоторые интересные подробности о жюри, о том, какое кино больше всего ждет зритель, где пройдет встреча с создателями скандальной «Матильды» и какие знаменитости в этом году украсят звездную дорожку. Этот фестиваль дирекция «Меридианов» обещает сделать особенным. 179 фильмов, из них 10 мировых премьер, 43 российские. Эти горячие цифры 15-го кинофорума сегодня озвучили на пресс-конференции. По случаю юбилея отборщики составили как никогда яркую и насыщенную программу. Так, в фокус внимания фестиваля в этом году попало кино «КНДР». Это удивительное кино, я вот сейчас говорю совершенно искренне, без иронии, просто... Такое кино, наверное, не снимают вообще нигде, то есть ни в одной стране мира. «Панорама», «Кино России», «Короткий метр». Ретроспективу фильмов Кончаловского покажут с тифлокомментариями. Это специальная версия для слабовидящих. В этом году отборщики обещают сильный конкурс. Фильмы из США, Филиппин, Японии, Тайваня, Китая и, конечно, России представляют яркое жанровое разнообразие. Черной комедии до социальной драмы и экспериментального кино. Также мы включили очень интересную документальную работу китайскую «Пейзажи Ян Цзы». И вот в этом жанровом разнообразии, в разнообразии форм, вообще подходов к кинематографическому повествованию просматривается, в принципе, та ситуация, которая вообще сейчас свойственна кинематографу и вообще современному искусству. Это некое бесконечное количество расходящихся тропов. Одним из самых ожидаемых и в то же время провокационных моментов фестиваля станет встреча с создателями скандальной «Матильды». Эта тема достаточно прозрачная. После того, как фильм получил прокатное удостоверение Министерства культуры России и будет показан с 26 октября, идет на всех площадках России. Поэтому давайте считать, что этот разговор исчерпан. Встреча с режиссером Алексеем Учителем пройдет 10 сентября. Всех знаменитостей юбилейного кинофорума можно будет увидеть на звездной дорожке уже 9 сентября. Среди них российский режиссер Алла Сурикова, председатель международного жюри, француженка Фанни Ардан, Юрий Грымов и многие другие. 15-й «Пасифик» обещает быть особенным. Ольга Сомкина, Игорь Лещук, Олег Бумиструк, «Панорама».